Мы решили. Посмотри. Пойдет гулять. Пойдет. Вот смотри. Да, Пегаса. Хорошо. Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие Бэйби Гоши. Диня, на каком канале наши друзья? Клика. Бэйби Гоу. И сегодня у нас еженедельный. Какой номер выпуска? 20-й выпуск. Поехали! Прежде чем перейти к нашей постоянной основной части, хотелось бы озвучить два момента. Мы вам предлагали угадать любимую игру Дениса. Дэн, какая твоя любимая игра? Мы сейчас ее озвучим. My Little Pony, друзья, и только один человек угадал, что это за игра. Поэтому мы привет передаем только Саше Мур. День, давай приветик передадим Саше Мур, она молодец. Саша Мур, привет тебе большой, большой молодец. Супер, ты угадала единственное, что любимая игра Дениса, как ни странно, My Little Pony, да, Дэн? Ну а второй момент, чтобы вы совсем не скучали, мы предлагаем еще один конкурс. Конкурс для этого ролика. Человек, который поставит 100 лайк под этим видео, мы ему передадим в следующем еженедельном выпуске или во время стрима привет. А давайте еще интереснее придумаем штуку. Еще человек, который поставит 150 лайк и 200. Дэн, представляешь, 200 лайк, это сколько? Покажи на пальчик. 10. Друзья, в общем, 100-й, 150-й, 200-й лайк, передаем привет. Либо в следующем еженедельном выпуске, либо во время стрима. Так что не забывайте, конечно, писать в комментариях, что вы поставили 100-й, 150-й, 200-й лайк. Да, День? Да. Ну а теперь переходим к основной части нашего повествования. Итак, загадный блогер этой недели Маша Вэй. И программа рандома определила победителя. В этот раз победителем стала Лера Смайлик. Лера Смайлик, вот она твоя шапочка. Мы тебя поздравляем и передаем тебе большой привет. И, конечно, ссылочку на тебя в описании оставляем. Дин, давай Лере Смайлик привет передадим. Да. Привет тебе, Лера Смайлик. Привет. Ну а пасхалку на этой неделе самый первый нашла Underpain Dance 31 или 31, это наша хорошая подруга, она постоянно нам пишет, мы очень рады ей, да, День? Да. Underpain Dance 31, сможешь повторить? Да. Не, не могу. Попробуй. Underpain Dance 31. Кстати, Диан, нам всегда интересно было, почему 31, напиши в комментариях нам, мы прочитаем. Большое тебе будет спасибо. Поздравляем тебя, Диан, еще раз. Приветик тебе. Привет, привет, Диан. Друзья, ну а загадный блогер этой недели, вот он. Соответственно, как всегда, не забывайте, что надо быть подписан на наш канал, нужно поставить пальчик вверх этому ролику. Он там. Обязательно рассказать о нас друзьям, ну и, конечно же, написать в комментариях, что же это за загадный блогер. Кроме того, конечно, не забывайте, что конкурс на пасхалку не заканчивается. Пасхалка может быть как в ролике во вторник, так в четверг, так и в субботу, правильно, День? Друзья, ну а теперь настало время перейти к самой основной части нашего еженедельного ролика. Это передача привета 6 лучшим комментариям, которые были присланы во вторник, четверг и субботу. Поехали! Итак, первый комментарий на этой неделе прислала Влада Прекрасная! Первое видео крутое, мимимишки, они такие милые. День, да? Мимимишек как зовут? Тучка. Ну, это их подружка, лисичка, все правильно. Тучка, Кеша и лисичка. А еще Ципа. Правильно, еще и Ципа. Сколько лайков набрала Влада Прекрасная? 11 лайков. Давай передадим Владе приветик, Владе Прекрасный, День. Да. Привет тебе, Влада Прекрасная, привет. Привет. Следующий комментарий прислала N Superstar. Супер, вы молодцы, как всегда, лайк. День, сколько N Superstar набрала пальчиков вверх? 10 пальцев вверх, 10, да? Поздравляем тебя и передаем приветик, да, День? Да. Приветик тебе, привет. Следующий комментарий прислала «Привет, я Лаки». Она написала про ролик во вторник. «Привет, класс, я тоже так попробую с мамой и папой». День, сколько лайков собрала «Привет, я Лаки»? 13. 13 лайков, давай приветик передадим. Да. Привет тебе, привет тебе, я Лаки. Лаки. Привет, я Лаки, да? Прикольный ник. Следующий комментарий прислала Дика CLPS. Кто согласен, что Baby Go самый лучший канал, ставь лайк.
Птичка, ты согласен, что Бэйби Голд самый лучший канал? Да. Лайк поставишь? Да. А сколько ей лайков поставили? 10. Что-то маловато, друзья. Разве только 10 человек согласны, что Бэйби Голд самый лучший канал? Ставьте нам лайк побольше, нам это очень приятно. Мы вам очень сильно признательны. И это нам поможет побыстрее выйти в поиски наверх куда-то. Может быть, нас станет побольше, у нас будет целая армия, Бэйби Гош. Дин, давай передадим привет Вики CLPS. Да. Привет тебе, Вики CLPS, привет. Следующий комментарий прислала Даша Ютубер. Даша тоже наш постоянный подписчица, да, Дин? Сколько лайков собрала Даша Ютубер? 11. 11 лайков. Что же она написала? Мой первый лайк. Видимо, она была самой первой, кто поставил лайк под видео от четверга. Ну что, передадим приветик Даше Ютубер? Да. Привет тебе, Даша Ютубер. Привет. И следующий комментарий прислала LPS Ситен. Или, может быть, это была Китен. Но если мы не правы, ты нас поправляй, пожалуйста. Baby Go, супер, кто тоже так считает, жмите лайк. Вам будет очень приятно. Спасибо вам, друзья. Чем больше лайков, тем нам втройне приятнее. И тем больше вероятности, что наша армия Baby Gosh вырастет. И у нас будет большая семья. Сколько лайков собрала LPS Ситен? Тоже 10. Тоже 10. И давай тоже приветик передадим. Привет тебе, LPS Ситен! Ну, это были все комментарии на этой неделе. Друзья, не забывайте, что вот он, загадный блогер этой недели. Также не забывайте разгадывать пасхалочку, находить ее либо в ролике во вторник, либо в четверг, либо в субботу. Ну и помните про новый конкурс. Что 100-й, 150-й, 200-й лайк этим людям мы передадим привет в следующем еженедельном выпуске или уже на стриме, потому что скоро у нас 10 тысяч. А как мы говорили, как мы наберем 10 тысяч, у нас будет первый, что? Стрим, правильно. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте пальчики вверх этому ролику, как можно больше пишите комментариев и делитесь этим видео с друзьями. Нам будет очень-очень приятно, поверьте. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. До новых встреч, друзья! Пока! Пока!